Надежда Стрелкова пришла работать на почту в 19 лет. Была и разносчицей писем, и операционистом, и начальником отделения. После ухода на пенсию продолжает трудиться почтальоном в микрорайоне Юго-Восточный. Работу свою любит, и жители бывшего поселка отвечают ей тем же. Как начинаются огороды, это у меня полные сумки. Все угощают, все, дай бог тебе здоровья. Все. Вот так. Здесь то же самое. Сейчас вот я собралась уходить, мы в квартиру получили в Ангарске, собралась уходить отсюда. Ну, где-то, может быть, там или буду работать, или нет. Ну, все уже, ты хоть поезди, ладно, ну, езди тут, привыкли уже все, я не знаю. В небольшом микрорайоне все друг друга знают, поэтому и почтальон для многих почти член семьи. Надежда Григорьевна разносит пенсию и корреспонденцию, оформляет подписку. Раньше жители Юго-Восточного предпочитали только местные издания. Теперь заказывают и журналы о здоровье, и областные газеты. Все это благодаря работе Надежды Григорьевны. Очень отзывчивая. Как человек, это прекрасный души человек, честная в работе. Я за ней деньги никогда не считаю, я знаю, что все точно, от и до. Она в трудную минуту как-то поговорит и словами добрыми утешит. В следующем году Надежда Стрелкова будет отмечать юбилей – 65 лет. Возраст дает о себе знать, и женщина начинает задумываться об уходе на заслуженный отдых. Но годы, отданные служению людям, не прошли напрасно. Дочь ангарчанки Светлана продолжает семейную династию, руководит отделением связи. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время.